ada. Сразу уже ощущаются твои природные качества и достижения тоже. Да? И это и в плане музыкальности, в плане темперамента, и многие технические уже приемы. Да? Поэтому, если ты мне позволишь, я тебе попробую с тобой побеседовать на какие-то темы, да, обсудить какие-то проблемы. То если даже будут какие-то критические нотки, ты не думаешь, что я забыл все комплименты, которые ты сказал. Да? Да? Понимаешь, вот все, это мой принцип, да? Все равно закладывается вот в твоем возрасте, да? Потому что самое трудное в нашей профессии, я считаю, это научиться как бы себя слушать со стороны. Ведь я всегда говорю, если кто-то, я, ты или кто-то другой, что-то делает нехорошо, это не значит, что мы так хотим. Мы должны себя не слышать. Это со стороны уже скажешь, это нехорошо. Да? Другое дело, не знаю, как это исправить, может быть, но уже услышать. И поэтому одна из задач, вот это, то, что ты увлечена, и очень хорошо увлечена и музыкой, и пирамидой. И вот смотри, и совершенно естественно, вот начнем первый пункт, я пока говорю в общем, потом конкретно. Первый пункт. Ты играешь пока на маленькой скрипке, да? Ну, и ничего пока не целый. Естественно, так сказать, диапазон динамики там и прочего на скрипке, ну, пока еще меньше, чем на большой, правда? Вот. Но музыка-то остается музыкой. И поэтому нужно научиться вот интерпретировать вот, и исполнять то, что ты делаешь, в плане музыкальности, исходя из своего сегодняшнего максимума, да? А ты обладаешь хорошим темпераментом, да? И ты берешь там быка за рога сразу, ну и, понимаешь, конечно, знаешь, я не к тому я тебя еще могу похвалить, но я тогда начинаю, так сказать, немножко так, беседовать на тему, что надо в будущем иметь. Я всегда смотрю, что ты должна получить, когда ты будешь взрослой артисткой, правда? Да? Поэтому ничего. Это первое. Да. И вот в этом плане есть несколько сразу общих замечаний, которые мы сегодня, конечно, не сможем все сказать. Ну, во-первых, я сказал, подумать о том, чтобы не играть всегда как бы полным звуком. Да? Второе, понимаешь? Вот твой темперамент все время приводит вот к этому. Каждый смычок у тебя отдельный импульс. Да? А фраза значительно, очень редко, когда идет по смычку. Да? Поэтому, вот смотри, это связано и вот с той ритмической ситуацией, которая здесь в принципе заложена. Да? Вот тут очень часто присутствует как бы длинная нота и пассаж. Длинная нота и пассаж. Вот ты играешь как бы импульс, длинная нота, а пассаж такой обедник, который то ли нужен, то ли не нужен. Да? Я думаю, что надо в таком случае, попробуй, чтобы энергия исходила именно из этих быстрых. А длинная нота певучая. Результат певучий продолжение того, что было. А? Вот. И то же самое казалось не только в технике. Естественно, вначале в этом маэстоза ты должна обязательно показать активность там. Да. Но что-то не надо. Да? Но где-то больше, где-то меньше. И в этом плане тоже я бы тебе посоветовал, думаю, что тебе уже советовали твои учителя, думаю, что надо подумать о развитии разных ощущений и видов движений и вибраций. Да? Да? Даже ты говоришь только всей рукой, а если бы ты могла, иногда сколько? У тебя бы больше бы уже сегодня возможностей для разных. А? Вот. А теперь
давай еще раз сначала, я, если ты мне позволишь, буду пытаться с тобой проделать. Можно? Пожалуйста. Очень хорошо. Ну вот эти попробую тебя повторить. Да? Вот, чуть-чуть вот внутри. Туда, туда, туда. Это активно должно быть. Но каждая активность должна быть подготовлена из-за такого звука. Так, тогда цель. Предостерегу. Ты хорошо попробуешь?
предостерегу. Ну, знаешь, я бы не советовал, применяя вот такие глиссандо, играть и вправо, и влево. Вот если сыграла туда, то поэтому в этом случае я посоветовал. Или назад. Второе. Когда ты играешь вот эту ноту, с точки зрения, знаешь, опять же, если ты поймешь, я попробую попроще сказать, да, есть всегда, особенно в сольном проведении, да, тогда, когда инструмент одноголосный, а музыка полифоническая, значит, есть смысловая мелодическая идея, то есть сама мелодия. И есть, как она фактурно изложена. Понимаешь? Да. И в принципе вот это одна нота. И поэтому делать их два активно. Да? Да. Но обязательно вот эту короткую ноту после такого мяукающего перехода и сыграть без вибрации, при том, что ты длинную вибрировал, это очень жалко. Красиво, тепло, да? Вот. Теперь. Вот опять. Хорошо. Музыки, если мы споем, думаем. Или та-ра-ра-ра. Так лучше? Нет. Поэтому тут смычок иметь. Да? Смычок, поэтому здесь экономить. Продолжай петь, да, продолжай, да?
тоже выход. Вот смотри, вот ты играешь. Я думаю. Экономить смычок, когда начинаешь менять себе поколок. А, черт. Вот. Теперь. Поднимаемся или что-то делаем, ну какой-то элемент должен быть вот тем мотором, который это делаешь. Правда? Я советую, чтобы это был так. Поэтому это экономить ничего, можно? Да-да-да, и дальше из-за такта подготовка, новый уровень экспрессии, новый уровень динамики и новый уровень там всего того. Акцент мне не нужен. Мне нужны 4 ноты певучие. Все 4 ноты, да? Вот! Молодец! Ну ты хочешь компенсировать этим? А я хочу, чтобы это был естественный приход. Именно ноты до этого надо подготовить. Да? Да, теперь попробуем. Хорошо. Вот представьте, повторяйте там 50 раз. Я играю как ты, да? Вот ты играешь так. Можно тогда играть и так. Почему не надо? Ты должна показать, к чему ты, для чего ты повторяешь. Да? Да. Это была и самая, да? Ага. И ты это можешь. Я говорю, да. Советую то, что... Та-та-та-та! Вот это один из тоже тех приемов. Не хочу тебя критиковать, нет. Но что потом может большие проблемы. Когда начинаются трудности левой руки, ты невольно забываешь о правде. Вот ты играешь. Там, да. Поэтому это или нижнее, или верхнее, но только концентрированное. Разные варианты, но только не вот. Вправо-влево, вправо-влево, да? Сначала здесь, потом на легато подходи, а смычка оставайся, но только распрямление смычка. Да? Попробуем. Попробуем.
середину. И вместо ноты делаешь паузу. Thank you.
Проведи, чтобы был еще отзыв. А? Пожалуйста.